Более 60 Дед Морозов и Снегурочек приняли участие в открытии новогоднего городка, который традиционно открылся на площади тысячестолетия города Мурома, напротив здания окружной администрации. Сегодня здесь торжественное мероприятие, открытие зимнего городка для жителей города Мурома. Для этого собрали все красивые Дед Морозы и Снегурочки всего города, для того, чтобы поздравить наших горожан с Новым годом, развлечь детей, показать им зимние забавы, пожелать всем удачного Нового года. Поздравляем муромлян, горожан с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. Пожелать хотелось бы счастья, здоровья, удачного нового 2014 года. Открыл самую главную елку Мурома глава округа Евгений Рычков. Разрешите поздравить вас с наступающим праздником, с Новым годом. И сегодня мы начинаем череду наших праздников, которые пройдут по всему городу, по всем микрорайонам. И я приглашаю всех вас прийти на эту площадь в новогоднюю ночь, разделить радость Нового года со всем городом. А затем каждый день приведет сюда своих детей или внуков, катать их на горках, участвовать все равно на катке. Каждый день будут проходить различные праздничные мероприятия. После поздравительной речи к главе округа тут же потянулась толпа любопытной детворы, поэтому Евгению Рычкову ничего не оставалось, как самому стать Дедом Морозом. Малыши вдохновенно читали главе новогодние стихи, за которые Евгений Рычков одаривал детей конфетами. Для самых юных муромлян этот городок развлечений кажется поистине сказочным. Здесь есть все для детского счастья. К самой большой горке выстраивается очередь. Прокатиться с ветерком можно на ледянке. Там потому что очень приятно, там красиво. Для самых маленьких жителей города на площади были оборудованы горки поменьше. Хотя не отказывали себе в удовольствии прокатиться и взрослые. Все прекрасно сделали. Все удобно для детей. Молодцы. Как все построено. Красиво все. С детьми катаемся. Накануне Олимпиады в Сочи площадь украшена снежными фигурами с символикой Олимпийских игр. Здесь есть и символ 2014 года – лошадь. Новогоднее настроение создали артисты ДК «Тысячестолетия». Гости елки танцевали вместе со сказочными героями. Кульминацией праздника стало зажжение огней на главной муромской елке. Этот момент был отмечен торжественными аплодисментами. Зажглась наша главная елка. Дед Морозы, собравшись в одном месте, получили напутствие. Теперь пойдут по домам, по квартирам, тем, чтобы нести радость в каждую семью. Уже через полчаса градус новогоднего настроения зашкаливал. Весело очень, интересно, очень много поделок. Вот. И Дед Морозов очень много. Это не так интересно. Для детей это очень интересно. И вообще интересные горки. Все. Дети радуются. Самое главное, что для этого, наверное, и старались, и делали, да, все учили, прилагали. Администрацию, глава города. Алин, придем на Новый год? Придем. Будем веселиться, да? Да. Состоявшееся мероприятие можно назвать репетицией новогодней ночи, которую вот уже в третий раз Муром встретит здесь, на площади тысячестолетия у главной елки, как одна большая семья. Ольга Килешина, Александр Сидоров, Новости 24, Муром.